Издательство Эксмо Тара Вестовер. Ученица предать, чтобы обрести себя. Часть первая. Избирать доброе. Самое яркое мое воспоминание вовсе не воспоминание. Я придумала это, а потом запомнила, словно все случилось в действительности. Воспоминание это появилось, когда мне было пять, накануне моего шестого дня рождения. Отец рассказывал нам свои истории, и они были настолько подробными, что у нас с братьями и сестрой в голове возникали настоящие фильмы с выстрелами и криками. В моем фильме были сверчки. Их пение я слышу, когда мы все жмемся друг к другу на кухне с погашенным светом, прячемся от федералов, которые окружили дом. Женщина тянется за стаканом воды, и ее силуэт освещает луна. Звучит выстрел — Словно щелчок хлыста. Женщина падает. В моих воспоминаниях всегда падает мама. Мама с малышом на руках. Не знаю, откуда взялся малыш, я была младшей из семерых детей. Но, как я уже говорила, ничего такого на самом деле не было. Через год после того, как отец рассказал эту историю, мы вечером собрались вокруг него, и он читал нам о пророчестве Исаии, о Емунуиле. Он сидел на диване горчишного цвета, и на коленях его лежала большая Библия. Рядом сидела мама, а мы все устроились у их ног на потрепанном коричневом ковре. «Он будет питаться молоком и медом», — низким голосом монотонно читал отец, уставший от тяжелого дневного труда, «да не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Повисла тяжелая пауза. Мы сидели очень тихо, Отец не был высоким, но умел приковывать к себе внимание. В нем чувствовалась внутренняя сила, торжественность оракула. Своими тяжелыми и мозолистыми руками, руками человека, который всю жизнь тяжко трудился, он крепко держал Библию. Отец прочел строку из Библии второй раз, третий, четвертый. С каждым разом голос его возвышался. Глаза, совсем недавно тусклые от усталости, расширились и заблестели — он нес нам слово Божие. Он был посланцем Господа. На следующее утро отец выкинул из холодильника все молоко, йогурт и сыр, а вечером привез домой пятьдесят галлонов меда. Исаия не сказал, что есть худое молоко или мед, сказал он с улыбкой, наблюдая, как мои братья выгружают белые бочки из грузовика. Но если спросишь, Господь ответит. Когда отец прочитал этот стих своей матери, она рассмеялась ему в лицо. «У меня в кошельке есть несколько пенни», — сказала она. «В них больше здравого смысла, чем в твоей голове». Бабушка была худой и угловатой. Она обожала фальшивые индейские украшения из серебра и бирюзы. На ее худой шее висели бесчисленные ожерелья, а пальцы были унизаны кольцами. Бабушка жила у подножия холма возле дороги, и мы звали ее «Ба под холмом». Так мы отличали ее от маминой мамы, Ба из города, жившей в пятнадцати милях к югу, в единственном городе нашего округа с одиноким светофором и продуктовым магазином. Отец и Ба под холмом напоминали двух кошек, связанных хвостами. Они спорили дни напролет, ни в чем не уступая друг другу, но их объединяла преданная любовь к горе. Отцовская семья жила у подножия оленевого пика уже полвека — Дочери бабушки вышли замуж и уехали, а он остался. Отец начал строить скромный желтый дом на вершине холма у подножия горы, но так и не достроил. Он устроил настоящую свалку, одну из множества, рядом с ухоженным бабушкиным газоном. Они каждый день ссорились из-за этой свалки, но чаще всего из-за нас, детей. Бабушка считала, что мы должны ходить в школу, а не носиться по горам, словно дикари. Отец же твердил, что школа — это заговор правительства, направленный на то, чтобы отдалить детей от Бога. «Послать детей в школу — все равно, что отдать в руки самого дьявола», — отвечал он. Бог велел делиться откровениями с людьми, жившими и трудившимися в тени оленевого пика. В воскресенье почти все собирались в церкви рядом с дорогой, небольшой часовни светло-коричневого цвета с маленьким скромным шпилем, характерным для мормонских церквей. Отец подождал, пока мужчины рассядутся по скамьям, и начал со своего двоюродного брата Джима. Он размахивал Библией, объясняя всю греховность молока, а Джим спокойно слушал. В конце концов, Джим усмехнулся, похлопал отца по плечу и сказал, что ни один разумный бог не лишит человека домашнего клубничного мороженого в жаркий летний день. Жена Джима потянула его за рукав. Когда он проходил мимо нас, я уловила легкий запах навоза и вспомнила, Джим был хозяином большой молочной фермы в миле к северу от Оленьего пика. Как только отец начал свой крестовый поход против молока, бабушка буквально забила молоком свой холодильник. Они с дедом пили только снятое молоко, но теперь у них появилось любое, двухпроцентное, цельное, даже шоколадное. Бабушка считала, что теперь нужно поступать только так. Завтрак превратился в испытание преданности. Каждое утро моя семья усаживалась вокруг большого стола из красного дуба и принималась за еду либо хлопья из семи злаков с медом и патокой, либо оладьи из семи злаков с тем же медом и патокой. В нашей семье было девять человек, поэтому оладий никогда не хватало на всех. Я ничего не имела против хлопьев, если бы их можно было залить молоком, размочить как следует и прихлебывать из тарелки. Но после откровения нам приходилось заливать их водой. Все равно, что целая тарелка грязи очень скоро я стала думать о том молоке, что портилось в бабушкином холодильнике, и тогда начинала пропускать завтрак и убегать к амбару. Я мыла свиней, насыпала корм коровам и лошадям, а потом перепрыгивала через изгородь загона, огибала амбар и прибегала к бабушке. Как-то утром я сидела за столом и наблюдала, как бабушка заливает молоком кукурузные хлопья. И тут она спросила, «Тебе хотелось бы ходить в школу?» не хотелось бы ответила я ну откуда тебе знать рявкнула бабушка ты же никогда не пробовала